Интересно, что тут? Голографический интерфейс. Тут не хватает топливных элементов. Для них нужны топливные элементы. Ага, есть. Остался еще один. Так, уже два. Это какой-то код. Кажется, предтечи таким образом определяли время. Надо поискать здесь какую-то подсказку. Понять, как это работает. У каждой стрелки 4 положения. Может, их надо расставить правильно? Есть. Посмотрим, что с дверью. Вот эти зажимы удерживают броню на месте. Надо как-то включить механизм и снять эти зажимы. Теперь нужно вставить эти топливные элементы. Осталось два. Еще один. Метите зажимы. Ну вот, последний. Но за эти цифры наверняка связаны с секторами круга. Ну что ж, посмотрим, что это за доспехи. Отлично. Теперь посмотрим, что можно сделать с этим материалом.
Элой, что привело тебя в Меридиан? Угроза. Затмение скоро нападет с запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина, как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудит другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять, но мой долг — оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность? Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Ты говорила с Марадом Безгрешным? Нет. Скоро. Ты ему нужна, Элой. На него полностью возложена подготовка к обороне. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще, обо всем сразу сообщайте мне. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Кряж будет передовой. Городская стража там? Да, к ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента авангард уже там? Да. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. От аудиенции с королем наотрез отказались. Может, поговоришь с ними? Ладно. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела... Не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Говорил же, что приду. Говорил, Тэп. Но разве твои раны уже успели зажить?
Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти Карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Внушительно. Мне тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Элой, когда ты вошла в гору, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. А чем занимался в это время авангард? Так ты, значит, и есть Элой. Я думала, ты побольше. Побольше? Ну, потолще. Как шестерня, не как гвоздик. Я не в обиду, ты девка очень ладная. Ты мне глазки строишь, неподходящий момент. Неподходящий? Да битва даже не началась еще. Петра Кузнечиха, со Свободной горы. Я уйду с очередной пыльной бурей. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке, но я еще прочистил им глотки, чтобы аж ревели. Могу испытать? Ну да, это все хотят. Давай, что ли? Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. И еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Варл. Я дал слово. Ну, что скажешь про Меридиан? Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велел им не кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала. Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Но мое место на священной земле.
А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Все повторяется. Впереди битва. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Точно не знаю. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир. Даже так? Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? На передовой! А почему? Сталь прочнее железа! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Молодцы! Слышала? Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. И за тебя. Спасибо, Эрент. Эрза бы гордилась. В случае победы. Спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность. А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Там пришли вести с востока. Король Солнца и Алат ожидает в храме Солнца. Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Ведите авангард! Пришлите помощь! Нет, Элой! Нам нужны эти пушки! Он прирежет тебя! Не в этот раз! Слишком долго ты меня досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца?
Зачем ты будешь? Твоя участь неизбежна. Смирись. Прими свою слабость. Невозможно. Я избран. Такого не должно было быть. Убивал людей. И ради чего? Сдохнешь на коленях, отслужив свое силе, которой ты даже не понимаешь. Тебе меня жаль. Обрати лик к солнцу. Перевести дух и подготовиться. К оружию! Запад!
Буревестник! Буревестник! Ты жива. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них, Тэл. Мне надо идти. Сигнал. Thank you.
Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Хнора. Авангард Эренда. Мне нужно наверх. Останавливаться. Вперед! Я знала, что это будет непросто. Медлить нельзя. Элой! Они живы. Это Элой! Но... Вы видите? Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Железный бес падет. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала. Напротив, мои расчеты были верны, и присутствие этой сущности было просчитано. Не все они сражены! Блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления.
Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. И, короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное, лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к счастью. Она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала: Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. В общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Старый друг, помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить. О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, давай приступим.